Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми советами. Сегодня сниму видео 10 must-have для похудения. Итак, начнем. Сегодня хочу рассказать о некоторых советах, которые пригодятся, думаю, многим. Я не буду, конечно, говорить о том, что нужно пить 3 литра воды в день или не есть после 6. На самом деле это полная ерунда. Поэтому 10 must-have, 10 советов от меня лично, проверено на себе. Номер один. Научиться себя обманывать. Научиться обманывать свой организм, свой желудок путем замещения высококалорийных продуктов более низкокалорийными. Например, если вы заправляете салат соусами на основе майонеза или, в принципе, майонез любите, лучше от этого отказаться и использовать что-то более легкое. Например, делать соусы на основе йогурта легкого какого-то или кефира, или той же сметаны, например, опять же, низкой жирности. Тоже касается, кстати, и сладкого. Я сама очень люблю сладкое, но мы сами понимаем, что это сахар, это лишние калории, это жир, поэтому предлагаю заменять какие-то сладости сухофруктами или фруктами, или каким-то, возможно, мармеладом собственного приготовления низкой калорийности. Например, я для себя открыла замечательный десерт, не знаю, как у кого, в каком городе, не знаю, продается ли у вас такое, но у нас в Омске есть такие небольшие брикеты, воздушный рис, прям так и даже написано, туда входят зерна воздушного риса и патока. Брикетик этот в целом 90 калорий, но поверьте, две штуки, если даже съесть, это в принципе не та калорийность, чтобы переживать, и удовлетворите свою потребность в сладком, это точно. Так что обязательно попробуйте. То есть важно, чтобы стараться обманывать свои какие-то рецепторы, желудок путем замещения высококалорийных продуктов на более низкое. То есть максимально стараться снизить калорийность продукта, который вы употребляете. Номер два. Употреблять как можно больше овощей. В сыром виде. Пускай у вас каждый день будут разные салаты. Обычные простые салаты на основе обычной белокочанной капусты, в состав которой что у нас там входит? Обычная капуста, лук, перец, немножко соли и столовая ложка масла. Замечательно. Ценность этого must-have заключается в том, чтобы насытить наш организм, скажем так, забить полезной, здоровой едой, тем самым на сладкое, на жирное нас уже будет тянуть меньше. Это могут быть салаты, в состав которого входят, например, огурцы, помидоры, обычный простой салат. Но чтобы он был каждый день, и тем самым насыщаем мы свой желудок и даем сигнал мозгу, что наш желудок заполнен. И тем самым достаточно калорийные продукты мы уже употребляем в меньшем количестве. Это может быть просто в течение дня во время там каких-то перекусов просто грызть морковку. Вот я, например, обожаю морковку, и Гуч тоже у нас любит. Просто так вот почистить, просто есть. Во-первых, она сладкая, и там содержится много всяких разных полезных элементов. То есть вы убиваете сразу как бы двух зайцев. Вы и заполняете желудок, и потребляете необходимое количество витаминов и элементов с овощами. Плюс клетчатка. Номер три. Больше уделяйте внимание уходу за собой. Вот если просто посчитать, сколько мы тратим времени на всякие маски, скрабы, нанесение лосьонов, уходу за волосами, принятию ванн, душа, делая педикюр и маникюр. Во-первых, времени, во-вторых, мы тратим большое количество
энергии, которую расходуем, соответственно, расходуем и калории. Тем самым, опять же, мы убиваем несколько зайцев. Во-первых, мы выглядим привлекательнее, мы ухаживаем за собой, а также мы сжигаем лишнюю ненужную энергию. Must-have номер 4. Повесить в доме как можно больше зеркал. В то время, когда я худела, это был 2006-2007 год, я жила тогда одна, и, соответственно, денег было не так уж и много. У меня было, как помню, такое небольшое квадратное зеркало в ванне и одно маленькое, совсем настольное. И полную картину своего изменения я, конечно же, не видела. Но зато сейчас у нас есть и шкаф зеркальный, и по всей квартире просто зеркала или зеркальные какие-то поверхности. Во-первых, это мотивирует, это... сами того не замечая, вы все равно обращаете на себя внимание, и происходит некий самоконтроль, то есть на подсознательном уровне, то есть мы смотрим и там какие-то изменения замечаем, и это, конечно же, несомненно, нас очень радует. Вот, так что прислушайтесь к этому совету. Must-have номер 5. Конечно же, выкинуть или отдать одежду большого размера. Для чего это нужно? Да просто здесь все на самом деле, чтобы просто не возвращаться к тому размеру, от которого мы хотим избавиться. Тем более, если мы настроены на похудение, зачем нам одежда большего размера? Просто обязательно это нужно сделать, не затягивать с этим. Номер 6. Вот такой несколько странный must-have, но это проверенное на себе, это действительно работает. Употреблять как можно больше охлажденных либо замороженных продуктов. Начну с того, что такая как бы предыстория небольшая. Для чего это нужно? Пища, которая попадает в желудок, да, у нас, для того, чтобы организм желудок переварил в желудочном, да, соке у нас, пищу необходимо организму нагреть до температуры тела. А потом уже происходит процесс переваривания пищи. Так вот, представляете, у нас получается, что организм тратит в два раза больше энергии, в два раза больше сил для того, чтобы переработать эту пищу. Я люблю из замороженных продуктов, например, какие-то ягоды, вы знаете, продаются в пакетиках, такие краски лета, или россыпью просто вишня, смородина. Даже палочки крабовые, вот когда перекусить хочется чем-нибудь, замечательный вариант, замечательная альтернатива. Попробуйте, на самом деле это, ну, конечно, тут не увлекайтесь, потому что можно, конечно же, простыть. Номер 7. Готовить на сковороде или в гриле, или на гриле, или запекать в духовке без масла, без жира. То есть я, например, это must-have каждого дня для меня. Никакой варки, потому что когда мы варим какие-то продукты, будь то мясо, будь то курица или овощи, большая часть витаминов и микроэлементов, она уходит в бульон, уходит в воду, и соответственно это отражается, конечно же, на вкусе и на качестве уже потом из продукта. Поэтому старайтесь запекать продукты либо в фольге, в рукаве. Можете, я для себя, например, открыла замечательную такую сковородку из IKEA. Она такая ребристая, ну, если знаете, для гриля специально. Классно получается, там не нужно никакого, ни капли масла. И рыбу готовим, там, и курицу, и мясо, и все получается замечательно. Так что попробуйте такой вариант. 8 must-have. Употреблять слабительный чай. Употреблять чай для очищения, я бы так сказала. Сено, обыкновенное сено, фильтр в пакетах, либо просто россыпью. Достаточно одного раза в
в неделю, либо одного раза в две недели для очищения нашего организма от шлаков, от токсинов, вот, и вывода, конечно же, лишней жидкости. Но, опять же, увлекаться не стоит, прочтите, пожалуйста, инструкцию, это тоже очень важно, и, может быть, использовать не рекомендованные, там, 4 фильтр пакета, по-моему, надо заваривать, вот, а, например, половину. Так что без этого никуда, но при этом придется остаться дома. Угу. Так, дальше. Must have номер 9. В общем, берете любой журнал. Любой журнал, будь то Лиза, может быть, Cosmopolitan или Glamour, выбираете фотографию. Это может быть какая-то известная звезда, певица, актриса, просто картинка, там, просто девушка какая-то красивая. То есть здесь важно визуализировать то, к чему вы стремитесь. Я помню тогда, когда я худела в процессе, вот, в 2006 году, у меня были тогда черные волосы, вообще черные-причерные, и моя мечта была стать именно блондинкой. И я помню, у меня вся ванна, ну, совмещенный такой санузел у меня был, вся ванна с туалетом, вся улеплена, уклеена была фотографиями тех девушек, на которых я хотела внешне походить. И это на самом деле работает, это мотивирует. Визуализация – это секрет успеха, и это замечательный такой must-have. Ну и последнее, десятый must-have. В нем хочу сказать, что необходимо, конечно же, купить вещи, будь то платье или, может быть, костюмы, юбки, брюки, джинсы на размер один меньше. То есть, если вы 48-го, нужно купить вещи 46-го, или если вы 50-го, значит, 48-го. В общем, хотя бы на один размер меньше взять, чтобы было, так сказать, к чему стремиться, и это тоже замечательно и классно мотивирует. Также хочу заметить, что если у вас есть туфли, то стараться ходить в день час-два, три, сколько есть возможности, сколько есть времени дома ходить на каблуках. Во-первых, мы опять же здесь убиваем несколько целей. Это дополнительная физическая нагрузка. Это, если кто не умеет ходить на каблуках, обязательно научится. Ну и, наверное, третий момент – это то, что если у вас, опять же, туфли новые, вы их обязательно разносите и без проблем потом оденете на какое-нибудь мероприятие. Это проверено, и это действительно классно. Появляется осанка, появляется, накачиваются ноги, и походка становится намного женственней. То есть плюсы, 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 сплошные плюсы. Ну и в заключение, пожалуй, скажу, не буду это делать 11-м must-have-ом. Это просто как совет, конечно же, исключить алкоголь. Потому что во время алкоголя, при возлиянии, скажем так, мы теряем контроль над ситуацией, потому что пришли, сели за стол, все вкусно пахнет. И, конечно же, уже мы особо не выбираем, что нам кушать, точнее, чем закусывать. Поэтому на момент именно похудения нужно стараться все-таки избегать таких моментов. К тому же алкоголь сам по себе вреден, токсины всякие собираются в организме и прочее. Ну и, конечно же, это лишний сахар и задержка жидкости в организме, которую потом достаточно сложно вывести, скажем так. Вот такое вот видео у меня получилось. Вот 10 must-have, которыми я стараюсь пользоваться каждый день. Ну, может быть, и не каждый, может быть, не всеми. Я стараюсь, я стремлюсь, потому что это меня тоже касается. И будет касаться, наверное, всю жизнь. Вот. И просто поймите, что даже если хотя бы половину из того, что я сегодня сказала, вы попробуете притворить в жизнь, как-то реализовать, то
если уж вы не похудеете, то хотя бы сохраните то, что у вас есть на данный момент. Это действительно все работает, это проверено на себе. В течение 10 лет я, скажем так, все это на себе проверяла, или, как сказать, испытывала. Так что дерзайте, пробуйте. Надеюсь, что у вас получится. Пишите, какие результаты вы достигли, чего вы добились. Оставляйте комментарии, вопросы всегда, как всегда, я на связи, я всегда отвечу. Спасибо за просмотр и всем пока!